Спортсмены Федерации Кудо Приморского края провели рекордную одновременную тренировку на стадионе «Динамо», посвященную 79-й годовщине победы в Великой Отечественной войне. Тренировка собрала чемпионов мира, Европы, России, победителей первенств Дальнего Востока и Приморского края, спортсменов из 18 спортивных клубов и школ Владивостока и Артема. К мероприятию также присоединились воспитанники федерации, военнослужащие и участники СВО. Мероприятие посвящено празднованию 79-й годовщине Великой Победы над фашистской Германией и в рамках, опять же, подготовки к всероссийским соревнованиям. У нас 19-го. Это рекорд, который мы, свой рекорд, мы в федерации устанавливаем в одном месте, собрать максимальное количество участников для проведения совместной тренировки. Нам это удалось сегодня на поле порядка 400 человек участников из 17 клубов. Завершилась спортивно-патриотическая акция общей фотографией. Артем Белов, Елизавета Драгомирова. Новости на 8-м.